Сегодня в Риге Когу состоялся семинар, где психиатры, психологи, члены правительства и парламента обсуждали результаты исследования распространенности тяжелой депрессии с суицидальным риском в Эстонии. Впервые в нашей стране было проведено исследование терапевтически резистентной депрессии. Согласно выводам, сделанным специалистами, оказалось, что тяжелая депрессия, бессонница, потеря интереса к жизни, неверие в будущее – это не только мучение тех, кто находится в таком состоянии, которого, как говорится, и врагу не пожелаешь, но еще и ощутимые экономические потери. Причем даже если убедить всех нуждающихся преодолеть ложный стыд и комплексы и все-таки отправиться к врачу, а не пользоваться советами друзей, соседок, сомнительных знахарей или экстрасенсов, сделать это непросто. У нас сильная нехватка человеческого ресурса. Нуждающихся в помощи очень много, потому что профилактическая работа у нас отсутствует. Те, кому нужна помощь, обращаются к специалистам, которых на всех не хватает. Мы должны научить людей помогать самим себе, объяснять, как надо жить, чтобы не заболеть. Услуги социальных работников должны быть доступны. Везде должна быть психологическая помощь. Необходимо образование для родителей, как помочь детям. Детей надо учить справляться с кризисами. И все эти вещи нужно еще сделать. Как выяснилось в ходе исследования, из всех самоубийств, имевших место в период с 2009 по 2019 годы, 13,5% были совершены пациентами с диагностированной депрессией. Естественно, человеческую трагедию деньгами не измерить. Однако существуют международные методики вычисления статистической стоимости жизни. Согласно им, ущерб выражается в десятках миллионов евро. Исследование выявило, какие расходы государство несет из-за большого количества случаев терапевтически резистентной депрессии, при которой больные не реагируют на два адекватных курса лечения антидепрессантами. Мы посмотрели расходы на лечение, налоги, социальные пособия и обнаружили, что в сравнении с людьми, у которых нет депрессии или депрессия, поддающаяся лечению, люди, страдающие терапевтически резистентной депрессией, с экономической точки зрения обходятся государству гораздо дороже. В 2019 году государственные расходы на пациентов с диагностированной депрессией, получивших достаточное лечение, составили около 27 миллионов евро. Но это официальная цифра, учитывающая расходы на людей, которые получили первичный диагноз. А реальные затраты на пациентов с депрессией, не поддающиеся лечению, существенно выше. В Риге Когу недавно сформирована рабочая группа, куда входят 10 парламентариев, с тем, чтобы разработать платформу для дальнейших действий и скоординировать усилия многих ведомств для обеспечения душевного здоровья жителей Эстонии. Лентуровская, Роман Васильев, новости Таллина.